В Химках проверят состояние строительных площадок. Сейчас многие из них не соответствуют единым стандартам. Не везде оперативно вывозят мусор, заборы ставят хаотично. Контроль за этими участками обсудили на общегородском совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. Со следующей недели и до июля планируют провести инвентаризацию почти 80 таких площадок. Принцип такой же, как и по проверке земельных участков. Формировать дело. И в этом деле должно быть все. Кто строит, что строит, как строит. Какими силами строят, где налоги платят. То есть вот эти 5 основных показателей, которые нас волнуют по каждой площадке. И будете докладывать о том, в каком у вас находится состояние. Вне зависимости, маленькая стройка, большая, это не важно, это все стройка, и она должна вся у вас соблюдаться. Также обсудили подготовку к 90-летию Московской области. Для жителей организуют тематические встречи и экскурсионные маршруты по Подмосковью. Сейчас профильные ведомства готовят праздничное оформление и сувенирную продукцию. А до этого власти приглашают химчан на месячный субботник. Городской этап пройдет 13 апреля. Центральными площадками станут парк имени Льва Толстого и кадетский корпус при Следственном комитете в микрорайоне Сходня.